человека вот на подбухе слева от меня. Да? Где? Левее, ближе к морю. Да? Там что ли? Вот она идет. Вот, да? Левее. Смотри. А, сейчас она. Смотри. Сейчас вылетит здесь, вылетит. О, отлично, Вот поехало все. Вот только ты как-то, ага, то ветер немножко. Какая красота, а? Очень красиво. Сейчас на наш дом не виден, посмотри. Виден наш дом, да, где мы живем-то. Сейчас я на него наведу. Ну вот они, наши дома. А представь себе, что теперь будет, какая оттуда панорама. С Карадага, да? Угу. Как такое гнездышко малюсенькое. Я такого никогда не видел. Вообще в свете, знаешь, как шикарно будет. Угу. Ужас. Вы так тоже проедете везде, где-то увеличить, где-то уменьшить. Да, Александр Игоревич, это что-то, конечно. Так крупнопланово лицо тоже было, да? Да. Так вот, да, попадает она. Попадает, очень хороший. Ну вот, чтобы фон был такой, там, да. Да, я стараюсь, чтобы не видно было, конечно. Там Турция. Турецкий берег.
Вот. Молодец. Да. Вон там крадак, это цель нашего похода. Пребывание, да, вон он. Солнышко снимите, получится. Да я восход. Хотел, да. У меня мысль такая была, но оно еще ослепляет, пока слепит, понимаешь. Вот чтобы оно поменьше немножко. Но пока слепит. Нормально, 24 минуты пока уже есть. То есть нормально хорошо. Оп. Резкость не очень хорошо настраивается. Ну, потому что такие расстояния. Ложенькидзе хорошо видно, кстати сказать. Отлично. Угу. Крупным планом Ложенькидзе вообще. Вон какая-то лодочка там, что ли? А вот это, да, я не заметил. Катер. А там, оказывается, за этим... За... Вон машина в Тихой бухте стоит, кстати. За вараном. Или палатки, или машины стоят в Тихой бухте. Ну как называется вот это мыс-то? Это хамелеон. Хамелеон, да, варан. Хамелеон. Это варан. За ним тоже бухточка какая-то. Конечно, Тихая бухта называется. Тихо. Ну а сейчас попробуй сам солнышко. Знаешь, что из этого получится? Нормально, слушай, прилично видно. Ага. У тебя сейчас полный темноте такой. Время уже позднее. Ой. Праздничный концерт по случаю прибытия нашей делегации открывают ведущие солисты зеленой оперы. Ага, сейчас. Хорошо. Да, вижу. Очень крупным планом. Ну, поближе надо. Поближе, снять. Да, поближе как-то. Сейчас. Где надо сжать, Александр Ильич? А? Сжать. Нет, саму эту. Да вот, какая-то. Видно же. О, да. А? Желтые руки, да, смотри. Интересно, да? Смотри. О! Видно, да? Видно. О, вот это. Отлично, смотри, в дыму. О!
А вы думаете, это все снимется, да? Обалдеть! Что ты, обалдеть! Обалдеть, да? О, вот это да! На вас пролился золотой дождь. Надо идти только, чтобы нет, не попало. Да. Нет, на объектив не попало. Обалдеть, нет, не попало, кажется. Нет, не попало, нет. Отлично. Я не желтый стал, нет? Пожелтел, нос пожелтел. Все уже. Солнце плохо, темно. Нормально. Ну я же вижу в объектив, я не так говорю. Ну да, там на фоне просто светлого неба почему-то не видно этого объекта. Ну темный объект, понимаешь, получается. Да? Это одно дело мы так видим, а когда немножко по-другому. Камешки можно тоже. Чему очень хорошо. Да? Да. Я считаю, что очень. Вот сейчас увидишь птичек, скажешь, что это за птички. Ну да. Это, наверное, орланы какие-нибудь там. Да, непонятное явление, что это что такое. Это? Он не зря говорит, что там гнездовят какие-то. Видишь, какие-то редкие. Наверное, редкие птицы какие-нибудь. Птицы, да. Ну ладно, хватит, у нас еще много будет, потому что иначе нам понемножку надо лучше видеть кусочек. Да, Александр Игоревич такой. О, на ветру хорошо, под ветрами. Да. Здесь не надо будет ставить вентилятор, да? Вентилятор, да, да, под ветрами. Хорошо. Ну да, мне что-то вот очень нравится то, что мы снимаем. Очень хороший маршрут. Да, ну хорошо, хорошо. Интересный кадр, между прочим, получается. Потому что такой, знаешь, сама жизнь такая, как... Ты убил, так, ага. Сейчас, ничего. Убрать. Так. Нет, это не резко уже. Там она вот так вот резко. Можно, конечно, и вот так еще сделать, только не видно. Саша. Я не вижу так, далеко очень.
Я крапкаю спасти. Да. Альпинизмом занимаемся, да? Да, сейчас. Не упади тоже. Не упади. Так. Сейчас здесь немножечко. Ну как водичка, Александр? А? Как водичка? Я еще не... Сейчас попробуем. Нормальная вода, в принципе. Да, прохладненько, нормальная. Угу. Здорово. И вот это, чтобы сбоку было видно. Да. Это сбоку, да. А вон там даже, смотри, там просвет, да. Ой, Олег, вот отсюда надо снимать, смотри. Там прямо дыра такая. Вот отсюда надо, там не видно оттуда. Олег. Да я вижу все. Отсюда надо снимать. Вот точно, сейчас отсюда будет Сердолика нет? Где сердолик, Александр? Непонятно. Как будто не закрепленный ничем. Наверное, правильно тогда. Да.
такая стояли. Такая прозрачная. Дом высоких пол. Присесть, понимаешь, и голову, значит, на фоне синих цветов потом, понимаешь? А-а-а, вот это на фоне это, именно, да. Вот, вот поле такое. Сейчас я посмотрю, как это сделать. Вот так вот надо, о, вот так вот, понимаешь, присесть бы, о. И как бы сверху вот так вот, вот, не знаю, вот мне как кажется. Как это сидеть, сидеть, как вы говорите? Вот так вот. Вот так присесть. Да. И вот так вот, и вот как раз и дерево, я вот так бы сел, понимаешь, прямо снизу бы снял вот так вот. А я вот у вас отсюда сейчас сниму, цвет, как будто вы в цветах сидите, цветах, Александр, да. Да. Есть. Вот, а, кстати, вот так. Они... Только вот, вот там никакой цветности, конечно. А? Ну, там-то будет все в порядке потом, что? Там будет отлично. Александр Игоревич Кустах называется. Давай, а я спектакль. Тебя сейчас отсюда сниму. Олег, давай. Ну? Вот там стой. На фоне горы туда там. Все, включи все. Вообще аромат, аромат без, бесподобный аромат. Бесподобный. Да. Да. А долина роз так и здесь называется есть. Долина роз. И мы, наверное, по-видимому, не дошли до нее еще. Голубая долина. Александр Игоревич. Thank you.
Я иду. Секундочку. Вот ты там снимаешь, а я сейчас вниз спускаю. Ты можешь это ли прямо снять, как я иду, чтобы было понятно. Масштабы, понимаешь? Масштабы, чтобы были. Все, без увеличения можно даже. Александр Игоревич, вы где? Проскочила, сняли. Видел, да? Ага. Вот сняли. Это как я хотел, это понимаешь? Здорово, да? Сняли, да, рынка такая была маленькая, снята. Ну а какая это красиво. Сейчас вот здесь еще выскочит. Смотри, я тут этот камень отверну. Там или крабика найдем, или кого-нибудь сейчас. Голый нам, крабика надо. Сейчас я камень отверну. Если смогу, конечно. А, он брошь. Так просто его не отвернешь. Вот этот может быть. Сейчас, тонну весит тоже. Нет, этот камень не отвернется. Какой-нибудь более мелкий. Скользкий камень, вот чем делать. Вот этот маленький сейчас я отверну. Ничего не вижу. Нету крабика там. Сволочи какие. Я их специально ловлю, можно сказать. Хожу, можно сказать, своей жизнью рискую. Сейчас я вот сюда. Сейчас вот здесь подышу. Нет, они, наверное, крабы, наверное, сейчас находятся где-нибудь. О, здесь рыбки тоже ходят. Но здесь другая уже такая. Мелкая рыбешка. Я? Не, такую позу не надо снимать, мой. Ужасный. Чего? Что хорошо? Ну, зато сам процесс, рыбину, ты сняли же вы, да? Да, рыбку сняли. Вот. А вот, слушай.
она туда пошла. Вперед. Куда она пошла? Вот туда вон она, вот под этот камень. Черт, она уже убежала. Вот она здесь и сидела под этим камнем, пока здесь. Вот это? Да, вот это вот. Та самая. Ну ладно, надо вылезать сейчас еще. Пока бы, конечно, эта глубина маленькая для них. Неинтересно. Они надо немножко поглубже. Все, вылезаем. Туда заканчиваю. Невероятно скользко. Съемку туда заканчиваю. Сколько там минут было? Это в воде. Такая большая. Угу. В самом начале. Что, если мне освещение не нравится? А? Освещение не нравится. На берегу пустынных волн стояло дум высоких полон. Вот отсюда? У него стоит? Разрушился? Да, это картинка прям. Брос. Конечно, конечно. Так. Это портвейн белый. А число сегодня у нас третье уже, да? Третье мая. Поверните этикеточку, пожалуйста, да. Вот он. Коктебель. Коктебель называется, да. Коктебель. 17,5 оборотов. Угу. Цукор 99,5. Выдержано. Да. Я удаляюсь. Угу, так. Следующий тут. Да, хорошо. Ну что вы, Александр Игоревич, помилуйте, Александр Игоревич. Помилуйте. Помилуйте. Хорошо, да. А вот в таких домиках мы что, живем, да? Живем. На парадную, на нашу, на ЕЧС, на нашу парадную. Скажи, это наша парадная. Где она там? Нет, она там, парадная. Там. Да? А ее не видно, да. Нет, ну дело в том, что ее просто не видно, я просто это самое, как его, даю этот самый, как его. Здесь мы живем. Вот, очень красиво. Ага. Здесь.
Да, носик у вас, Александр отменный, Игоревич, да? Надо признать, неплохой, неплохой. Вот он. Все. Хороший носик. Сейчас. Вот. Ну хорошо, все, да? Все, да.